Всем приветик. Сегодня вот приехала в госпиталь. Рядом с домом, кстати, моим находится. Тут 5 минут ехать на Норсе. Называется Holy Family Hospital. Сюда подала я application на волонтера. Хочу волонтером поволонтерить. Я уже была когда-то в Никиткиной школе. Лет, наверное, 6 назад. Ну, кстати, в школе не так интересно быть волонтером. Там мне давали просто какие-то задания делать, что-то там бумажки печатать. Потом там на стенах у них как бы вывески всякие делать. Короче, у меня общения вообще не было на английском языке. А для волонтера главное общение, потому что, ну, вот мы, иммигранты, идем волонтерами, чтобы язык свой улучшать. Поэтому в школе там вообще как бы, ну, мне не понравилось, потом я ушла оттуда. Вот сейчас хочу в госпиталь попробовать. Все-таки в госпитале очень много, ну, именно такая будет работа с людьми. Я уже там заполнила бумажки, чтобы в emergency room быть. Надо где-то раз в неделю приезжать на 3 часа. Они даже мне прислали письмо. Ну и в письме вот спрашивают, могу ли я каждую неделю 3 часа нужно обязательно отработать. И если там хочешь по желанию, допустим, можно и больше, но не меньше 3 часов в неделю. Вот менеджера уже не могу поймать несколько недель. То она мне звонит, месседжи оставляет, то я звоню, ее нету, тоже месседжи оставляю. А здесь тоже в госпитале что-то ее не застать. У нее есть свой офис, но она никогда не сидит на своем месте. Вот здесь вход. Здесь вход с двух сторон. Да отсюда так вроде, тут только маленькое здание, а так, конечно, большой госпиталь. Там вот, когда буду работать, буду снимать, наверное, небольшие видео о моей работе, волонтерство в госпитале. Вот здесь ее офис. Ну, что-то здесь постоянно закрыта дверь. Дождалась я Джоанну, она пришла, дала мне свою карточку, назначили appointment мы с ней на 18 ноября в 2:45, мне нужно будет прийти с ней поговорить, и она там сделает краткий обзор, то, что я хочу делать, или то, что я могу, то, что буду. Это госпиталь. Хороший госпиталь, что хорошо, рядом с домом, не надо куда-то мне ехать далеко. Я хотела еще в другие места, хотела волонтером быть в питомнике для животных. В питомнике для животных хотела, но туда дальше ехать. Хотя там тоже интересно, вот мне хотелось именно, чтобы с собаками. Мы как-то приезжали в тот питомник, Илюшка там хотел работать, и мне понравилось. Так, где моя машина? Ну, это дальше ехать, где-то от дома больше 10 минут. А вот этот госпиталь, тут буквально даже меньше 5 минут на машине ехать. Приехала в госпиталь, как раз уже сегодня 17 ноября, у меня назначено интервью. Сейчас поговорю, она мне скажет, наверное, чем я буду заниматься здесь. Как я буду волонтерить, но потом расскажу.